Вот так выглядел мой гибискус. После того, как я решила сделать из него бонсай, и буквально тремя взмахами секатора отрезала всю надземную часть и укоротила веточки, оставшиеся. Вот так вот он у меня выглядел. Ну что ж, прошло 3 недели, как я обрезала свой гибискус и решила сделать из него бонсай. Он растет в условиях дачи, здесь тепло, но очень слабое освещение, поэтому листочки вот такие вот очень бледные, такие практически салатовые. Вот так вот он вырос. Наверное, немножечко он вытягивается, междоусли довольно-таки длинные, но никаких вариантов нет, условия мне уже здесь не изменить. Итак, что же я сейчас хочу сделать? Ну, давайте посмотрим. Вот тут он этой стороной стоит к окошку. Вот эта сторона направлена в комнату. И вот здесь я вам и покажу, что я хочу сделать. Ну, во-первых, вот эти почки, они мне совершенно не нужны. Я их просто вот так удаляю. Здесь стволик у меня должен просто-напросто толстеть. Никакие побеги мне здесь не нужны. Все-все-все-все я вот здесь удалю. Все вот эти веточки. Эту веточку тоже удаляю. Здесь вот какой-то зелененький побег тоже. А что еще? Вот эти ветки, которые растут внутрь, мне тоже не нужны. Тоже их вот так вот отломлю. Ну и вот здесь вот, вот ветки, сейчас повернем. Вот это тоже я удаляю. Она мне не нужна. Вот такой вот абсолютно голый стволик у меня остался. Он должен у меня толстеть. Что дальше? Вот эти веточки я пока оставляю. Прищипывать я их не буду. Немножечко пусть подрастут. Наверху вот такая ветка, она идет сюда, в эту сторону. Пока оставим. Вот это пусть пока подрастет, посмотрим, что получится. Вот эту проволочкой бы отогнуть, а можно даже не отгибать, такая вертикальная. Пусть она растет. Немножечко я ее прищипну. Вот так вот прищипну, чтобы она была покороче. Даже можно еще раз одну междоусли. Вот так. И вот эта ветка. Пока пусть она у меня растет. Так, что дальше мне еще нужно? Вот эту почечку я тоже удалю. Здесь вот тоже у нас пряталась за листочками. Эта веточка, давайте тоже удалим. Это пока останется. Пусть она у меня будет для того, чтобы ствол наращивал в толщину. Ну, это все пока пусть останется. По мере роста я посмотрю, что можно будет удалить, что оставить. Напоминаю, почему я сейчас держу его в большом горшке. Приезжать я сюда могу довольно-таки нечасто. Если я пересажу в плошку, просто у меня корневая система засохнет. А так он вполне выдерживает длительную засуху за счет того, что объем горшка довольно-таки большой. Ну, вот так вот растет мой будущий бонсай. Вот так вот он выглядит. Наверное, сейчас я его немножко переверну другой стороной к свету, чтобы как бы побеги не росли в одну сторону, то есть вот к солнцу, чтобы немножечко они были равномерно направлены по всей кроне, по всей окружности цветочка. Ну, вот это вот такой у меня бонсайчик будущий.